Приветствую. Это видео у нас будет о Mac Mini конец 2009 года. Вот, установить его рабочий стол. Вот сам Mac, пожалуйста. Дальше сейчас посмотрим, что он умеет у нас. Что себе представляет. Солнышко у нас Макус Каталина. Вот. По-честному, да? Памяти 6 гигабайт. 2 плюс 4, соответственно. Вот. Хранилище у нас SSD. Диск 40 гигабайт. Kingston. Видеокарточка тут. 9400 NVIDIA. Ну, в принципе, его хватает вполне для серфинга, для слушания музыки, задач таких офисных вполне, да. Вот. Что нам еще нужно узнать о нем? Посмотреть, что он умеет в плане интернета, например, да. Подключим сейчас по Wi-Fi через 2.4. Wi-Fi. Секундочку, так. Давайте зайдем на там же Яндекс. Просто Яндекс. Вот. Вполне себе нормально, комфортно. У нас что-то Safari. Туго думали. Давайте зайдем на YouTube. Да, процессор здесь 2 ГГц. Ну, не самый мощный, конечно же. Что стоит на Mac Mini. Модель это очень распространена была, поэтому новая. Вот, что у нас есть. О, что мы сейчас поищем. Что нас не забанит. Наш YouTube, да? Так. Так. А, вот эти ребята, которые можно смотреть. Так. Точно к вам перегружается. Так, давайте его подгоняем под точку. Да, по Wi-Fi 2.4 ГГц, конечно, тут сильно скорость не увидите, но тем не менее он справляется. Формат у нас QWERTY 1080p, ну, это вполне отлично умеет, так что... Так, потому что через Safari с кучей рекламы, наверное, это... Так, ладно. Почему еще поедем у нас? Дальше что у нас есть? Microsoft Office. Это будет фундаментально загружаться, как обычно. Тупит он страшно везде. Ну ладно, так. Нужно пустить тогда, например, музыку. Пожалуйста, вот Apple Music работает. Новая, да, печальная. Далее Apple TV также у нас функционирует. Здрасте, да.
не будем долго смотреть их видео. Вот. Apple TV работает. Отлично, полностью. Дальше музычка. Что у нас тут можно послушать? Вот предлагается. С того, что я слушал. Давайте послушаем в пинжу. Хотя нет, даже не будем. Забанят еще вчера тем, да? Так, а что там у нас? Это YouTube. Слышно, она играет. Что там? Так, классика. Угу. Тоже хорошо играет. Звонит мне через колонки. Так, что у нас тут все-таки? Собственно, туда я не запускал еще ни разу. Ладно. Так. Закроем. Вот тебе посмотрели, это посмотрели, музычку послушали. Вот. В целом все работает. Все хорошо. Вот. Также и месседж в FaceTime тоже все нормально, но надо авторизоваться, я не авторизовался. Не будем его смотреть, так дальше что у нас здесь. Здравствуй, Excel. Пропустить, начать работу. Давайте. Вот, что нужно было сделать. Так. Шесть. Excel. Что-то работает, да? Не сохранять. Так, что у нас? Ага. Еще Excel пока, да? Завершился. Завершим же. Давайте. Так. Еще PowerPoint тоже. Угу. В общем, все плавненько, прикольненько. Вот. Что еще сказать там? В принципе, все. Вот. Разберемся, почему там у нас такой офис себя ведет. И, судя по всему, Арлис, говоря, не очень удачный. И мы будем уже смотреть дальше. Все, спасибо.